Миюшка и Чпунчик оранжевые. Зеленые Авайка и Чайник. Голубые Андре и Херейт. Ну, я как бы это всегда знал, поэтому это для меня не новость. Потом желтая это Лама Отомчик. Розовая это у нас это Сосиска и Лерочка. Так, ну и красная я, ну, Катя и я красный. Вот. И, в принципе, вроде как почти у всех есть команды, да? А про меня ты там случайно не забыл, как бы, да? Почему я один? Вот, Клайв, почувствуй ты мою боль. Вот знаешь, каково это, когда ты один против всех, в буквальном смысле. Когда у тебя нет товарища, ты понимаешь. Вот, почувствуешь мою боль, просто вот, все, и помяни мое слово. Так, все, хватит кукарекать, девочки, вы мне... А можно, это самое, я вот спрошу, можно, пожалуйста, вопросик в студию задать? Можно, пожалуйста? Какой вопрос еще? Я отказываюсь играть в снайперах, пока на мне красная рубашка. Я не буду дальше начинать игру, пока мы не сменим цвет. Почему вообще красный, а? Почему не розовый, не фиолетовый? Ты же знаешь, как я люблю эти цвета. Почему не розовый, а? Потому что красный мой любимый цвет. Поэтому мы сегодня будем командой красных, хорошо? Нет, мы должны быть командой розовых. Снимай быстро майку. Кать, мне 26 лет, как ты представляешь, чтобы 26-летний мужик в розовом бегал сейчас? Обычно, снимайте майки, быстро! А, Лерочка, ладно, раздевайся. А, раздеваться, ну для тебя все что угодно. Ну ты так на меня не смотри, она каждую серию ко мне подкатывает. Рубашку сюда давай. Теперь скажи мне, пожалуйста, куда идти, что делать, что вообще за карта? Я ее первый раз в жизни вижу, я не помню, как пользоваться снайперкой. И вообще, почему мы с тобой рядом находимся? Мне тебя убить? Меня убивать не надо, ты посмотри на меня, я же розовый, и ты тоже розовая. Это значит то, что мы с тобой сегодня, Катюха, настоящая команда. Ты сама не убегай от меня далеко, я тебя не вижу даже. Это ты от меня не убегай, нам всю игру надо ходить вместе, не отставать друг от друга, защищать спины. Почему у меня такое ощущение, что там спереди кто-то есть? Давай я проверю, сейчас, погоди. Я тебе только что сказал, что нам вместе надо бегать. Да ну бред какой-то, пошли за мной, я уверена, там кто-то есть, мы сейчас кокнем его быстренько. По стеночке аккуратненько. Аккуратно, не надо... Это тебя убили? Это меня не убили, я сзади тебя бегу, забегай туда, давай внутрь, не стой на ответ. Господи, а кто здесь есть, а? Катюха, Катюх! Смотри сюда, надо мной смотри. Стой здесь и... Ты куда? Палки. О, привет! О, привет! Хредик, я успел 20 раз обкакаться, а ты в курсе то, что сзади тебя еще Лера была, не? Или ты ее даже не видел? Ты понимаешь то, что я пробежал мимо вас? Я опрыгнул ее, я увернулся от ее пули, я увернулся от тебя, от твоей пули не смог вылезти. Мы грозного Клайпа убили, ты его отвлекла только что! Я не могла три раза по нему попасть, он был в метре от меня! Как? Ну я же стрелял точно в Катю, алё, ну почему? Все, Клайп, не бомби! Вот видишь, как хорошо за розовых играть, а? Хрейта убили, Клайпа убили, сейчас еще кого-нибудь копнем быстренько. Это да, слушай, мы реально самых грозных убили, Клайпа, Хрейта. Осталось еще Чпунька там завалить, допустим, и тогда победа в нашем кармане получается. Не отставай за мной сюда, быстренько пробегаем сюда и вот в ту дырочку, давай. Да я не успеваю смотреть, здесь кто-нибудь прячется, может, быстро ухо! О, там чека запердохали внутрь, сюда давай забегай. И аккуратно, тихонечко сзади меня. Да господи, где ты, ниндзя? Да я уже, я наверх забежал, ты где? Да просто это я не успеваю за тобой. Я только что целился на Ламу, и там рядом с Ламой кто-то еще бегал. Саша, ты как умерла? Я случайно. Потому что... Катя, иди оттуда, Катя, сейчас Лера тебя копнет, уйди, уйди.
оттуда, уйди оттуда! Так, так, тихо, пугай. Патроны кончились! Тут всегда очень много каких-то крыс сидит, поэтому лучше нам там не выкукивать, а находиться какое-то время... Тихо, спокойно, дай мне кого-нибудь выследить. По-любому я кого-нибудь вижу сейчас в окне, и мы быстренько выстрелим в него, и никого что-то нету, моя тактика провальная. Отойди от окна, тебе сейчас Лера хедшот засадит. Ой, подожди, кого-то вижу, подожди, кажется... Да ёпарасы ты, вот не было у меня команды, мне не везло. Вот появилась у меня команда, мне не везет. Играть я умею, но когда мне уже вести-то будет, а? Слушай, Хредик, так может ты подыхаешь каждый раз не из-за того, то, что тебе не везет, или то, что у тебя команда плохая, а может быть из-за того, то, что ты просто играть не умеешь, вот и все? А вот сейчас ты поясни, давай мы в следующем раунде с тобой раз где-то встретимся, и ты мне докажешь, что играть не умеешь. Да заткнись, Хредик, чё? А ты вообще уверен, что здесь безопасно находиться? А что-то не страшно здесь немножко? Так мы здесь оставаться не будем. Ты быстро давай перебегай вот это место, потому что здесь открытая площадка, чтобы тебя не кокнули. А сейчас просто бери и повторяй за мной. Вот так вот берем, вот так вот сюда и вот так вот забираемся. Ты справишься? Нет, конечно, ты о чем вообще? Ну тогда стой там или забирайся через балкон, а я пока... Подожди меня! Да давай! Полетели! Ой. Я ж сказал тебе через балкон, а не летать. Да слушай, я первый раз вообще это делаю, мог бы и подождать меня. Ого. Чайничек, ты чё думала, то что я тебя там не замечу, что ли? Так, а это кто стреляет? Да я тут в змею пытаюсь попасть. Кстати, ещё же Мия осталась, ещё же... Пунчик остался, а я за всю эту игру вас ни разу даже не видел. Крысы вы такие, вы где прячетесь, а? Ну, ничего страшного, я надеюсь, ты там за нас двоих отдуешься. Ты, между прочим, профессионал там в снайперах, как я знаю. Тебе еще с двумя командами соревноваться, так что я в тебя верю. Давай, я тут пока полетаю сверху, посмотрю. Это очень хорошо, то, что ты в меня веришь, но я могу тебя кое-что попросить, Катюха? Только не читерить. Я никого читерить просить не буду. Я тебя хочу попросить, чтобы ты в следующий раз этот крюк даже близко в руки не брала, хорошо? Слушай, если бы ты меня не попросил, я бы его и не тронула, бегала бы дальше и бегала себе. Что это было? Птичка над головой прокакала, Лера. Какая птичка, блин? Большая, орел. А как давно они тут летают? И смертельный, но реально смертельный, чуть не сдох, второй раз чуть не сдох. Да, но я видела тебя. Я тебя тоже увидел, поэтому я тебя и убил, Лерочка. Вот, Лер, давай ты вот сейчас нам СМИ скажешь, где это находится, и потом мы тебе возьмем, короче, убьем его и тебе отомстим. Да ну мне кажется, ты сам его видишь, ладно? Я уже понял. Чпунчик, а ты где находишься, а? А я нахожусь там, где ты только что моего напарника убил. А напарник это, наверное, Мия, да, как я понимаю? Значит, правильно ты понимаешь. А ты понимаешь, что мы с тобой один на один остались или нет? Я-то теперь это тоже понимаю, но ты понимаешь, что я тебе не дам эту игру выиграть? А я вообще ничего не понимаю. Господи, так ты ничего не понимаешь, потому что ты сдохла в самом начале. Ну да. Эд, ну ты это самое, говори, где ты находишься, серьезно, не крыси. Я на улице, бегу на улице, тут рядом со мной мусорка огромная, пробегаю огромную мусорку, вторую мусорку, а ты где, говори, находишься, вот это чпунчик? Вот это вот, что ты мимо мусорок ты пробегаешь, что ты, вот это самое-то, ты не бегай на улице, ты, это опасно, понимаешь? Как в этим... Почему? Я широкий слишком для этих окон или чё? Ты помнишь, я тебе пиццу заказывал 5 серий назад? Ну вот, раскабанел. Так это было 5 серий назад. Поменьше жрать надо, чпунька, поменьше жрать. Нужно окна сделать побольше. Ну чё, Клайпушка, ты там готов ко второму раунду или ещё пока нет? Конечно, готов уже. Режим грозного Клайпа включил. Ага, ты там самое главное не сдохни, как всегда в самом начале, а продержись хотя бы парочку минут, договорились?
Конечно, договорились. О, это, ты Господи, ты скоро там не страшно, а? Я скоро вернусь, Катюха, тут просто зеленая жаба на меня с окна только что напрыгнула. Я вот попытался ее убить, но убить не смог, к сожалению. Фу, противно. Противно, противно. Лера всегда противная. Зато мы сейчас видели, как Клайп из туалета выпрыгнул. Мы спрятались в разных кабинках просто. Даже хватит все вместе тараторить, пока вы там кукарекали, я отомчика уже зафаршмачил. Ты можешь уже наконец-то вернуться, я задолбалась тут лежать. Ну, вот там, где ты лежишь, там и пока лежи. Охраняй эту будку, если туда кто-то зайдет, сразу его убивай. Кроме меня. Ага, а если я не узнаю, что это ты, убью тебя? Миссия Капкан. Миссия Капкан успешно завершена. Какой еще миссия Капкан? Ну я же тебе сказал то, что я тебя догоню. Вот я тебя догнал. Катюха, это я захожу, не стреляй! Я ж сказал, не стреляй! Я испугалась! Так, все, лежи здесь и даже не вставай. У меня перезарядочка, потому что патроны кончились. Так, а сколько там человек до сих пор еще в живых остались, а? Или мы почти уже всех убили? Ты мне дверь не загораживай, пожалуйста, у меня миссия важная. Какая? Дверь охранять? Ну да, вдруг зайдет кто-нибудь. Пападос. Кто там? Так, стой, не шевелись, Катюха, одну секунду, не шевелись! Встань! Встаю я! Долго встала! На счет раза три открывай дверь, давай, раз, два, три! Ой! Да ты не стреляй в дверь, открывай дверь! А чем дверь-то открыть, если у меня занято это самое? Убери! Господи, я сейчас чуть тебя не... Я видел тебя, отстань! Я и Катю видел, я с обоих так, видел! Тихо! Ты никого не видел, ты ничего не видел! Хрейдушка, ты же понимаешь, что мы можем по... Катя! Аккуратно! Господи, тут Андре! Перный кандибобер Андре! Это как же так получилось? Я не знаю, как так получилось, но ты только что мою девушку запердохал! Опять 25! Вот сюда. Давненько меня здесь не было. Чайника, Вайка, вы что творите? Я такой, наверное, слабой, не забегаю к вам в комнату, а вы оба в меня целитесь, благо я смог убежать. О, слушай, ты уже второй раз за сегодня смог убежать, Хрейд. А может, хватит убегать, и ты будешь мужиком и будешь сражаться нормально, не? Так я тебя прям сейчас видел. Я мог бы тебя застрелить, но я тебя пощадил. Я как мужик проявил милосердие. Где ты меня видел? Ну там, около этого, энергетика. Ага, ну хорошо. Так, ты давай правее. Нет, левее. Левее, еще немного, нет. Теперь прямо. И назад, резко назад. Как? Потом хоп, поворот. А зачем ты мне это говоришь-то вообще? Разминка, ты что, ты должен быть в форме. О, господи. И опять осталась Лерочка, и опять осталась вот этот чпунчик, опять осталась до сих пор. Вы опять крыситесь, да, где-то получается? Какая Лерочка? А, Лерочку ж кокнули. Ну, в смысле, Авайка остался, Нукзарчичек до сих пор остался. Сколько можно где-то прятаться, а? Я за всю игру прятаться не прятался. Я, то есть, я бегаю и не прячусь. Минус сосисочка или серделечка, или кто ты там такая? Эд, знаешь, что я тебе сказать хочу? Вот смотри, твоего тиммейта убили, моего тоже. Я тебе предлагаю, давай мы с тобой на время второго раунда перемирие устроим и вместе играть будем. Какие вместе, Хрейд? Я розовый, ты голубой. Мы с тобой, в принципе, никак вот этими напарниками быть не можем. Поэтому давай ты будешь играть за себя, а я буду играть за себя, хорошо? Ну хорошо, только тогда, когда моя винтовка будет около твоей спины, ты не моли меня о пощаде, хорошо? Да-да, Хрейди, как обычно, ты только трепаться и можешь. Но только дай мне пару минут... И мы с тобой посмотрим, чья винтовка будет находиться возле чьей спины, ага?
Ну что-то пару минут это слишком долго, просто понимаешь, я-то уже знаю, где все находятся. А, и где я нахожусь, а? На! Ну, вот... А Валька, скажи привет! Это что за фига белая, у меня что, Windows сломался? Вот, все, вот, там, да, чайник! Нормально, минус два за одну секунду, сейчас еще тебя запердохаю, Хрейдик! Это что сейчас произошло? Почему Авайка заорал? Что случилось вообще? Ай-яй, Авайка, что ты заорал, как резанный, а? Ну потому что у меня что-то на экране белое было. Видимо, драйвера переустановить надо. Да, 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 видимо, драйвера, наверное. Вот давно комп, наверное, покупал, он тебя уже сломал. Господи, я ж заикаться начал от этого. Знаете, вот было у нас четыре команды. Одна команда была полная. Вот вроде бы как, у них преимущество. Но за одну секунду их не стало. То есть преимущество их не преимущественное. Сейчас очень сильно наступает насторожение. Потому что, ну серьезно, ну как просто? Их было, полная команда, у них была из двух человек. И тут резко их не стало. И от одного человека просто они все... Сколько? Двое. Двое отлетело сразу. Шкунь, заткнись, задрал, заткнись. Я играть не могу. Реально заткнись, а тараторишь без остановки. Не отвлекай, то собака чпуньк! Понял, я больше так делать не хочу, у меня пропало желание так делать. Все, отстаньте. Ой, господи, жди меня, чпуньк, я к тебе в гости иду. Дома никого нет. Ну, вы знаете этот прикольчик? Нет, чпуньк, я знаю другой прикольчик. Вот это. Да. Я же видел твой крюк, ты чпуньк. Я с тобой больше не играю. Хрейдик, это реально случайно получилось. Да у тебя вся жизнь случайно, ты случайно родился, в принципе. А вот с этим даже не поспорю. Понимаешь, вот второй раунд, и опять мы против друг друга. И ты это самое там, дверьми не балуйся, пожалуйста. А-а-а, то есть ты слышишь, как я дверьми балуюсь, да, получается? Что ты, там свои пяточки выставил. Выкукал такой, выкукал. Вот думаешь, я не знаю, думаешь, я тебя не переиграю? Думаешь, я тебя не уничтожу? Я переиграю твое Я ж сказал то, что я переиграю твое переигрывание, чпуньк. Я не договорил, поэтому это не считается. Вообще, я тебя в гости не звал, чё ты ко мне припёрся? А я сказал то, что я без приглашения в гости прихожу. Ну так и вот, второй раунд уже в кармане. Да хоть в портфеле. Ну, третий раунд я должна, я просто обязана его протянуть хотя бы подольше, чем первые два. Ой, давай ты в третьем раунде... Убьешь хотя бы одного человека, а то ты за всю игру даже ни разу не выстрелила. Максимум в дверь, ага. Ага, вот это тоже полезно будет. Самое главное, стой на месте и никуда не уходи. На той позиции оставайся. Откуда ты меня заметил? Я не понял. Вообще без разницы. Я говорю, на той позиции оставайся, не шевелись даже. Так, я буду просто выслеживать. Эд, у меня к тебе один вопрос назрел. Ты можешь мне на него ответить? Да, отвечаю, давай. Вот я прям около своего уха слышу, как крюк. Вот эти вот звуки крюка. Ответь мне, это ты? Это не я, меня вообще возле тебя нет, я могу тебе гарантировать, это Хрейд. А, ну да, я не я, корова не моя, а ты где? А, это был Никита, все, претензий нет. Главное мне сдохнуть, подожди, на боку! О, привет! Привет, заходи, вот добро пожаловать. Ага. Да, ты тоже. Дверь закрой. Пошли. Ага. Короче, стой здесь. Ой, вот здесь. Здесь, за дуремон. Вот здесь, стой. Я охраняю вот этот вход. Все поняла? Хорошо, поняла. А если меня сзади кто-нибудь убьет? Сзади тебя никто не убьет, потому что сзади я. Ага, хорошо. Андрей, ты честное слово задрал, тебе на минуту можно оставить? Вот я как только от тебя ухожу, ты сразу подыхаешь. Туда. Вали. Молодец, Катюха, слушай, я даже не ожидал, что ты реально кого-то запердохать сможешь.
И чё ты поняла? Поняла, что крюк это не моё, то, что вы там стоите красивые, вот я на вас смотрю, мёртвая. Катя, стой там и не шевелись, ты меня поняла? Да-да, поняла, всё сделаю. Я ж сказал, стой там! Нет, я пошёл убивать, ты меня задолбал в тени прятать! У меня есть потенциал! Какой нафиг потенциал? Вот смотри, я сейчас кого-нибудь убью! У меня ваш потенциал в штанах уже. У меня пульс под 170 фигачит. Ёперный кокос, у меня еще потенциал подошел в штаны, сейчас что произошло? Какой потенциал, Кать, из-за тебя меня кокнул Клайп сейчас! Почему из-за меня-то, ё, просто ты так, ничего, я сейчас все сделаю. Тихо! Да сколько можно потенциала в штаны наваливать, куда драли вы, откуда идете-то? Хрэнди, купи Клайпа, я тебе пиццу куплю, обещаю! Обещаешь? Обещаю! Спасибо, что мне без тебя делал, честное слово! Вы даже себе представить не можете, как я обосрался! Ты что там делаешь? Ты что там тоже делаешь, я что-то не поднимаю! Я спустился сюда! В смысле? Какого фига? Это лучше. Ну подожди, я ты мне пиццу обещал, ты его убил, где моя пицца? Ну вот как бы тебя-то, ну ладно, ну да, в принципе. Ну, Катя, я тоже ему пиццу или нет? Ну по сути условия не было никакого, ты просто сказал, убьешь его, я куплю тебе пиццу. И что, как бы дальше уже без разницы, поэтому должен пиццу, сорян. Я должен пиццу Хрейду.